Меня зовут Маруся, друзья называют меня Марусина. Хочу рассказать тебе, что я сегодня буду делать кавер. Это занятие для меня довольно частое, а сегодня это будет необычная штука, я такого еще никогда не делала. Перекрытие старых татуировок делать вообще люблю, потому что тем самым люди проявляют любовь к своему телу, к себе. Многие боятся изменений, боятся рисковать, не видят в этом смысла, забывая, что качество красок, профессионализм машинок, технологии заживления совершенствуются день ото дня. А вот я рискую и понимаю, что останавливаться нельзя. Развитие мое началось в прекрасном городе Тольятти. Там я закончила Государственный Тольяттинский университет по специальности дизайнер ювелирных украшений. По окончании рискнула поехать в Москву и поняла, что мне ювелирное дело неинтересно. И хотела реализоваться в чем-то другом, но еще не знала в чем. В поисках взяла тайм-аут и пошла работать во Фрайдис. Работа в этом ресторане была для меня бесценным опытом. Там было очень здорово, клево, весело, много общения с хорошими людьми. Помимо этого, там было очень много стандартов. Также и в моей жизни, в моей работе особенно, они присутствуют. Иногда я даже Моника. То есть я люблю разность, люблю контраст. Поэтому часто делаю каверапы. Позже я работала у Алексея Иоффе, который научил не бояться кожи, рисовать сразу на ней без предварительного эскиза. Это оказалось очень круто тем, что ведется диалог с клиентом, и композиция располагается анатомически верно. Я отношусь к татуировкам как к украшению, которое всегда со мной. Глядя на мои татуировки, я вдохновляюсь, вспоминаю, как круто моя жизнь менялась несколько раз. Сам процесс мне нравится тем, что в этот момент все мысли переключаются на ощущения и больше ни о чем не думаю. Мозг отдыхает. Люблю old school, new school. Эти стили живучие и позволяют разгуляться фантазии, в отличие от реализма. Также считаю, что Япония – это сверхискусство, потому что огромный талант заключить историю персонажей, временные события в лаконичную композицию. Приходите ко мне, ребята, я сделала вам красивую татуху. И рискуйте по жизни. Поехали!